Друзья, всех приветствую. Мы находимся в магазине Светофор. Посмотрим, какие есть новинки. Смотрите, какая баночка. Щечки говяжьи. 338 грамм. Изготовитель Курганский мясокомбинат. Готово к употреблению. Цена 98 рублей 22 копейки. Кухмастер есть томатная паста. Самая лучшая томатная паста. Очень густая. Посмотрите. Хорошая как раз сейчас для заготовок. Здесь 950 грамм, цена 160 рублей. Тут какие-то баночки. Посмотрим. Ага. От Green Brim щи из свежей капусты. Биобезопасный продукт. Заправка для щей. Город Шуя. 500 грамм, 64 рубля 35 копеек. А рядом овощное рагу. 500 грамм, 67,74. Посмотрим, что туда. Мелко написано, не видно состав, но сейчас попробую прочитать. Картофель свежий, морковь свежая, капуста свежая, лук репчатый, свежий. Масло растительное, томатная паста. Вот такой состав рагу. Выглядит прилично. А щи, посмотрим, щи состав. Капуста свежая, картофель свежий, соль, паприка, лук репчатый свежий, морковь столовая свежая, белый корень, какой-то белый корень, томатная паста. Баночки фасоль с грибами. Называется корзина с грибами. 530 грамм. Консервированная фасоль. 530 грамм. 82 рубля 73 копейки. Состав. Фасоль, грибы, лук репчатый, морковь, томатная паста, масло подсолнечное, рафинированное. Перец сладкий, сахар, соль и пряности. Есть баночки лечо закарпатское, дядя Ваня. По 460 грамм, 71,88. От Кухмастер соус для макарон с болгарским перцем. По 400 грамм. Между прочим, очень вкусный соус. Очень много его хвалят. Мне понравился. Я его брала, мне понравился. Он упадет не только к макаронам, но и с рисом пойдет. Там только овощи консервированные. Идет даже без ГМО написано. Цена такой баночки по 400 грамм 51 рубль 10 копеек. Кашка овсяная традиции Симонов. Есть три разные упаковочки. Три вкуса. Микс. Классика. Курага и изюм идет. Потом шоколад и изюм. Три вкуса. Чернослив и изюм. Коробочка одна открыта. Сейчас посмотрим, что там внутри. Ой, там такие маленькие вот пакетики. Это 9 порций по 45 грамм. Без ароматизаторов и консервантов, не требуется варки. 9 порций таких маленьких пакетиков. Цена такой кашки 80 рублей 82 копейки. Гречневая крупа от Увелки, пожалуйста, есть. 8 пакетиков внутри по 80 грамм. 88,90. Мука рязаночка 70 рублей. 2 килограмма. Крупа полба есть еще в продаже. Здесь 900 грамм. 60 рублей стоит. Вот она новиночка. Лапша овощная. Лапшичка. Цветная, посмотрите, какая. Варится 3-5 минут из твердых сортов отборной пшеницы. Цена упаковки 73 рубля 59 копеек. Здесь я вижу и морковка, и свеколка подкрашенная, и шпинат. Лапшичка. Хорошо разбирает картофельное пюре сухое.
килограмм, 231 рубль цена. Опять появилась крупа гречневая. Чистая, отборная. Ядрица от Увелки. 800 грамм, 75,90. Тоже вот новинка. Можно сварить за 3 минуты. Это удон, лапша азиатская, корона Востока. Здесь 400 грамм. Цена 31,52. Вок по-китайски. Лапша быстрого приготовления. 120 грамм, 53 рубля, 23 копейки. С тушеной говядиной. Макаронные изделия. Честный продукт, высший сорт. Вот такие спиральки. Большая упаковка. Цена 296 рублей. Какой тут вес? Непонятно. Спиралька 5 килограмм. В холодильнике посмотрим, что есть. О, есть какой-то новенький товар. Посмотрим. Здесь молочка, творог по 133 рубля. Колбаска какая-то. Вот есть балыковая колбаска, вишневый дым. А, это докторская по 189, комбинат Дубки. Есть яблочки желтые в продаже. Яблоки Golden 60 рублей 84 копейки. Так, ну с огурцами, конечно, тут беда. Большущие огурцы. Такие здоровые. Вот моя ладошка, они еще больше. По 37,44. Кабачки по 45,51. Так, а здесь привезли перец, желтенький перчик свежий, 58,27. Помидорки красивые, 58,50. Надо набрать. Из трикотажа появились худи. Трехнитка. Кармашки, кенгурушки. Цвета разные. Есть и красные, синие. Вот они. Худи идут с капюшончиком. Манжет на рукаве. Вот они, разных цветов. Смотрю, вижу, там и голубой есть. Размеры 42-62, 725 рублей. Еще джинсы есть в продаже. Вот, смотрите, разных цветов. И голубые, и темные. Это мужские. Какие-то зеленые брючки. Посмотрим. Джинсы мужские по 1000. Туркмения шьет. 46-58 размеры. Брючки детские есть в продаже. Спортивные в ассортименте. Идут от 3 до 12 лет. Вот это вот большой размерчик, наверное. Вот эти синенькие поменьше. Внизу стянута штанина на резинку обычную. Вверх на шнуровочке. Что там так ребенок плачет? Такие штанишки есть тоже. У них у всех низ идет на резинке. Вот такие на девочку. Легенькие, хорошие. На Китай, правда, шьет их. 222 рубля 30 копеек. Вот их много, можно выбирать. И по размеру, и по расцветочке. Сейчас посмотрю состав. Вот. Брюки детские трикотажные. Элегия. 100% хлопок, пишут. Производство России. А здесь
тоже хлопок. Вот что ж там написали, Китай. А вот это из Узбекистан. Вот эти цветные штанишки. Легкие-легкие. Размер 98-152. В общем, 222 рубля. Такие брючки детские. Поло мужские футболки однотонные. Еще есть в продаже. Тоже есть и синего цвета, и бордовые, и красные, ярко-красные. И вот такой красивый бирюзовый цвет. Рукавчик короткий, стянут на резиночку. Боковушки с разрезиком идут. Впереди три пуговички. Универсальное такое поло. Цена 446 рублей 94 копейки, размер 48-56. Но учитывая, что это хбшечка, надо взять на размер побольше, учитывать усадку при стирке. Подушки стеганые привезли, размер 70 на 70. Вот в таких красивых на подушниках или наволочках. Состав синтетическое волокно. Есть они еще и беленькие, тоже лебяжий пух, стеганые. Цена подушки 316 рублей 37 копеек. Новиночка в нашем магазине — наполнитель кремниевый для котов. 100% минерал впитывающий. Вот его там видно. Такой. Вес 3,4 килограмма, а впитываемость на 8 литров. Это природный силикогель. Цена 99 рублей 57 копеек. И есть вот такой еще силикогелевый наполнитель на 4 литра Демур. Вот он цветной. Этот 178 рублей. Дорогой. Здесь кило 700. Корм для собак «Сытый пес» с говядиной. Состав пшеницы, кукурузная мука, рис, мука мясная. Вот, какой большой, 15 килограмм, 1070 рублей. Вот, смотрите, какое лакомство для собак. Здесь мясные косточки с говядиной, сыром, индейкой и ягненком. В упаковочке 145 грамм, цена 61 рубль 41 копейка. Твит. Ополаскиватель для рта. Для ирригатора. Вот ирригатор сам нарисован. Туда заполняется эта жидкость. И профилактика кровоточивости десен для естественной белизны зубов, уход за чувствительными зубами, борьба с бактериями, защита от кариеса и для свежести дыхания. Такая вот бутылочка. 6 в одном. Литр раствора. Цена 70 рублей 57 копеек. Россия. Появился какой-то новый гель для стирки. Гель для стирки белого и цветного белья. Защита цвета. Отстирывает при 30 градусах. Идет с микрокапсулами чистоты. Два литра в канистрочке. Цена 159 рублей 40 копеек. Появился агроперлит, вспученный перлитовый песок, субстрат многолетнего использования. Вот он там. Улучшает структуру почвы, уменьшает частоту поливов, препятствует слеживанию почвы, стабилизирует температурный режим и не подвержит гниению или разложению. В упаковке 10 литров. Цена 157 рублей 55 копеек. Привезли тазики. Прямоугольные, с рифленым дном. Все такого бежевого цвета. Умещается сюда 18 литров. Цена 157 рублей 95 копеек. И есть еще такие тазики, тоже с рифленым дном. На 6 литров. Это маленькие. Есть побольше.